всех знаков зодиака впереди один из лучших периодов в году для загадывания желаний и планирования день весеннего равноденствия 20 марта. Звезды советуют встать пораньше, чтобы навести порядок и избавиться от хлама. Овны, вам звезды пророчат сложный период. Все замыслы и страсть к новизне придется усмирить. Слова, сказанные в ваш адрес, трактуйте верно. Никакой самодеятельности быть не должно, иначе кого-нибудь обидите и не сорите деньгами. Тельцы, вам следует настроиться на самостоятельность, желательно самому решать все нахлынувшие и старые проблемы. Вокруг мало людей, которым можно полностью доверять. Не исключены болезни, но не хронические. Старайтесь соблюдать режим питания и больше отдыхать. Общайтесь только с родственниками. Близнецы, готовьтесь к серьезным затратам, но это не отразится на настроении, ведь покупки будут направлены на благо семьи. Если запланировали реализацию новых проектов, то обратитесь за помощью к влиятельным людям. От них получите не только ценные советы, но и необходимую сумму денег. Раки, будьте готовы к нервному напряжению. Окружение вокруг вас сложится неоднозначное. Никто не понимает ваших идей и пытается навязать свое мнение. Возможно, нечестные поступки, связанные с финансами. Так что желательно провести время с любимыми людьми. Бытовые дела не отодвигайте. Долгий ящик. Львы, вы будете находиться в полной прострации. Что делать и как выбраться из проблем? Звезды не дают однозначного ответа. Просто пришло время действовать. Причем рассчитывать в любых ситуациях придется только на себя. Операции, связанные с переводом денег, не откладывайте. Вам удастся все задуманное воплотить в реальность. Девы, включите на полную катушку свое обаяние. Правда, об отдыхе временно придется забыть, но звезды говорят, это того стоит. Удастся привлечь к себе порядочных деловых партнеров. Вы не только получите премию или выгодное предложение, но и найдете дополнительный источник финансов. Весы, у вас впереди масса трудных ситуаций, но сдаваться не нужно. Посмотрите на вещи реально и с позитивом. Если проблему нельзя решить сегодня, то так и быть, успокойтесь. В общении с людьми исключите принципиальность. Напротив, будьте максимально тактичны и инициативны. Скорпионы, вам звезды рекомендуют внедрять в жизнь все свои идеи, какими бы абсурдными они ни казались. Не волнуйтесь, все можно преодолеть. Обратите внимание на духовную сторону, ее пора откорректировать. Помните, ругать других легко, а вот со своими недостатками бороться непросто. Стрельцы, перспективное будущее – вот что для вас сейчас важно. Даже в выходные вы окажетесь в деловой пучине. Предложений по поводу работ будет много, успевай и выбирай. Но акцент лучше сделать на том, который принесет больше денег. И это не меркантильность, а трезвый взгляд на вещи. Козероги, у вас впереди отличный общительный период. Огромное количество приятных слов и приятные сюрпризы. Все это вам приготовили звезды. Вы окажетесь в кругу интересных и влиятельных людей. В будущем это благоприятно отразится на карьере и личной жизни. Водолея, держите эмоции под контролем. Не исключены травмоопасные ситуации, ушибы и потеря денег. Главное, не отчаивайтесь и никуда не влезайте. Обязательно проследите за состоянием здоровья. Рыбы, вам в очередной раз придется убедиться, что жизнь состоит не только из темных полос. Успех на вашей стороне, вокруг только близкие и родные люди. Если все это сложить в одно слово, то получится счастье. Принимайте подарки судьбы спокойно и постарайтесь дольше удержать в себе радость и душевную гармонию. Грядущая четвертая неделя марта всем знакам зодиака принесет новые знакомства, общение, решение насущных проблем и налаживание деловых контактов. Можно будет совершать активные действия в сфере бизнеса. Времени и сил на завершение дел понадобится гораздо меньше. Звезды знают, что говорят.